Здравствуйте. 19 июля, 15 лунный день, созди Ангарак с элементом дерева для отзывчивых, храбрых людей, воинов, благоприятный для размышлений, медитации, обращаться к учителям, наставникам, Буддам, Бодхисаттвам, провозглашать чин, достоинство, заключение контрактов, соглашений, установление достойного руководителя, приобретение имущества, вложение спонсорства, меценатства, земель, работы, дальнюю дорогу, посадки деревьев, устанавливать фундамент дома, работы на дому, процедуре очищения, обращаться к начальству, воздвигать священные объекты, освящать их, ритуалы призывания благосостояния. Ребенок родится в этот день, будет творчески духовно богатым, без стремлений к наживе, способный ясно отражать все свои мысли, сострадательным, понимающим родных и близких. День неблагоприятен для переездов, сватовства, рубки дерева, принимать обеты, пашни, продажи, стрижка волос, к счастью. Благоприятен для людей, родившихся год, лошади, собаки. Неблагоприятен годам змеи, синей, обезьяны. Дым курдуани на верхней березке, дым курал, илгинском сучон дуани, ламчик нимбо, диважан, маня дуани, заключительный день ретрита, юнная, джидуани сутра, джадумба. Будьте сильными!